Значит, малоизвестный автор стихов Александр Николаев, автор музыки Сергей Рысин. Рысивин. Вот. Да. Почти специально. Песня, привезенная к нам нашими любимыми, да. Почти специально подарок для организатора и строителя этого фестиваля Наташи Шайкиной. Да, совершенно верно. Кто знает, тот поймет. С возрастом я сделался не совсем худой. Это обусловлено с древними привычками. Не смотри на то, что я дядька с бородой. А по сути, кто я? Девочка со спичками. Но жизнь коротка, очень коротка. Ее два коробка, только два коробка. Жизнь коротка, очень коротка. Ее два коробка, только два коробка. Ангелы-хранители на небесном дне строго контролируют, соблюдают меры, смазывают кончики равномерных дней то ли райским фосфором, то ли адской серою. Но жизнь коротка, очень коротка. Ее два коробка, только два коробка. Жизнь коротка, очень коротка. Ее два коробка, только два коробка. Что-то посчитали наши ангелы не так. Плод висит румян, но червями точится. Говорят, в войне полезна нищета. Спорить не берусь, но есть чего-то хочется. Мало кто из нас голодный и худой. Пахнет хорошо и выглядит приличными, но владеет помыслами булка с колбасой. Потому что кто мы? Девочки со спичками. Но жизнь коротка, очень коротка. Ее два коробка, только два коробка. Жизнь коротка, очень коротка. Ее два коробка, только два коробка. Жизнь коротка, очень коротка. Ее два коробка, только два коробка. Жизнь коротка, но очень коротка. Ее два коробка, только два коробка. Жизнь коротка, очень коротка. Ее два коробка, только два, только два, только два.